Насекомые – одни из самых загадочных, древних и многочисленных обитателей нашей планеты. До сих пор ученые обнаруживают их новые виды, каждый из которых отличается своими особенностями строения и жизнедеятельности. Но при всем многообразии насекомых, как и всех живых существ, неизменно объединяет потребность в пище. Насекомые питаются растительной и животной пищей, гниющей и разлагающейся органикой, а также продуктами жизнедеятельности организмов. При этом каждый отдельный вид демонстрирует пищевую специализацию, что позволяет сохранить баланс в природе. В процессе эволюции у насекомых сформировались четыре основных типа ротового аппарата в зависимости от характера их питания и биологических особенностей. Ротовые аппараты бывают сосущие, грызущие, колюще-сосущие и лижуще-грызущие. Грызущий ротовой аппарат присущ насекомым, питающимся твердой пищей, жукам, муравьям, саранче, тараканам, кузнечикам, гусеницам и другим. При рассмотрении под микроскопом у них можно заметить хорошо развитую верхнюю и нижнюю губу, а также пару верхних и нижних челюстей. Это позволяет им с легкостью справляться с травинками, листочками, зерновыми культурами, семенами, плодами и даже корой деревьев. Последние употребляют в пищу многие виды жуков и термиты, ведь она богата питательными веществами и клетчаткой. Яркими представителями насекомых с сосущим ротовым аппаратом являются бабочки. Чтобы полакомиться сладким нектаром цветка, им достаточно опустить внутрь него свой длинный и тонкий хоботок. В эволюционном отношении хоботок представляет собой не что иное, как вытянутые челюсти, сросшиеся краями. В обычном состоянии хоботок у бабочек свернут в тугую пружину. Такой ротовой аппарат также характерен для большинства видов мух и некоторых жуков. Колюще-сосущий рот можно разглядеть у комаров, некоторых мух, ос, клопов и многих других видов насекомых. С помощью такого аппарата они прокалывают кожу растений или живых существ и питаются их соком или кровью. У слепня, например, во рту целый набор колющих предметов. Ведь чтобы добраться до крови животного, ему нужно проколоть его толстую кожу. Лижуще-грызущий ротовой аппарат позволяет насекомому грызть твердую пищу верхними челюстями и одновременно засасывать жидкую пищу при помощи хоботка, образуемого нижней челюстью и губой. Яркими представителями насекомых с таким ртом являются пчелы, которые не только слизывают мед и пыльцу, но и разминают воск. Насекомые – огромный класс живых организмов, и перечислить все, чем они питаются, сложновато. Можно лишь определить основные направления. Так известно, что среди насекомых есть как исключительные вегетарианцы,
так и плотоядные виды. Есть виды, которые совмещают два вида питания. По этим признакам насекомых делят на тех, кто ест только растительную пищу, фитофагов, многие из которых вредители, тот же колорадский жук или жуки-усачи. Насекомые-хищники едят живые органические ткани, например, комары или муравьи. Капрофаги – это насекомые, которые едят экскременты, например, всем известные навозные жуки. Есть и другие подвиды насекомых, питающихся органическими останками, растительными останками, гнилью и прочими. Антофилия – способность насекомых и некоторых позвоночных животных посещать цветки растений для питания пыльцой или нектаром, осуществляя тем самым перекрестное опыление. Антофилия тесно связана с энтомофилией. Вместе они являются двумя сторонами коэволюции растений и животных. В настоящее время антофилия известна для многих групп насекомых, большая часть которых питается пыльцой постоянно или время от времени. Ксилофаги – растительноядные животные, питающиеся преимущественно, а часто исключительно, древесиной. Большинство членистоногих, преимущественно насекомые, среди которых данное поведение широко распространено и встречается у представителей различных отрядов. Образуют в пораженной древесине червоточины. Разные насекомые обладают различной специализацией. Например, некоторые ограничиваются растениями определенной таксономической группы или деревом определенного типа, определенная степень разложения, твердости, живая или мертвая древесина или определенный слой древесины. Многие ксилофаги, такие как термиты, обладают симбиотическими простейшими бактериями или дрожжеподобными грибками в своих пищеварительных системах, которые помогают им переваривать и расщеплять целлюлозу. Другие, питающиеся древесиной, которая разлагается, получают значительную долю питательных веществ из продуктов, выделяемых разнообразными грибами, растущими в древесине. Такие насекомые часто переносят споры грибов в определенных, предназначенных для этого структурах своего тела, микангиях, и инфицируют дерево во время откладывания собственных яиц. Детритофаги – насекомые, которые питаются разлагающимся органическим материалом – детритом. Детритофаги являются важным звеном в круговороте веществ в живой природе, усиливая доступность органических веществ для бактерий. В экосистемах детритофаги выполняют роль консументов, как и животные, питающиеся живой органикой. От остальных консументов детритофаги отличаются тем, что не уменьшают продукцию своих ресурсов. Вредители плодов и семян – карпофаги, от латинского «carpus», что означает «плод», составляют специфическую экологическую группу насекомых, личинки которых развиваются за счет репродуктивных органов древесных пород. В эту группу входят представители четырех отрядов – бабочек, жуков, перепончатокрылых и двукрылых. Большинство вредителей – являются монофагами и олигофагами.
Они присутствуют только в тех насаждениях, которые вступают в фазу плодоношения. Жизненный цикл развития насекомых тесно связан с плодоношением кормовой породы. Личинки ведут скрытый образ жизни, и лишь некоторые способны переходить из одного плода в другой. У личинок и куколок выработалась факультативная диапауза, которая бывает в неурожайные годы. Скрытый образ жизни и разобщенность обусловливают сравнительно мало естественных врагов. Некрофагия – поедание плоти умерших животных. Некрофагия является важной стадией в круговороте органики в биосфере. Некоторые живые существа едят падаль эпизодически, другие падальщики живут некрофагией. Поедание трупов встречается у самых различных видов среди зверей, птиц, насекомых. Животные способны съесть мягкие ткани павшего организма очень быстро. Санитарная роль некрофагов настолько велика, что это дало основание для известного афоризма Карла Линнея о том, что три мухи скорее уничтожат труп лошади, чем лев. Мицетофаги – группа животных организмов, постоянно обитающих и потребляющих различные части плодовых тел грибов. Кроме того, нередко выделяется как особый режим питания – спорофагия. В тех случаях, когда в диете преобладают как половые споры, так и конидии. Жуки и грибы – очень интересная и разнообразная тема. Для многих видов жесткокрылых грибы – единственный источник пищи. Некоторые жуки весь жизненный цикл от яйца до имага проводят внутри грибов. Для них поверхность грибов – самый обычный субстрат. Есть группа жуков, которые специально выращивают плантации грибов для питания своих личинок. Наконец, одноклеточные грибы выступают в роли жизненно важных эндосимбионтов жуков. Развиваясь в желудке или кишечнике, они участвуют в переработке пищи. Роль грибов в жизни жуков отражена даже в русских названиях семейств. Грибоеды, грибовики, плесниеды, трутовиковые жуки, гнилевики. Кто такие капрофаги? Так называются животные, питающиеся экскрементами. Слово капрофаги произошло от греческого хопрос, что означает помет, кал, и фагос, в переводе пожирающий. К числу капрофагов относятся членистоногие насекомые, в том числе некоторые виды клещей, некоторые черви. Для некоторых из этих видов, например, для личинок мух, пищей является не только сам помет, но и развивающиеся в нем бактерии или инфузории, простейшие. В некоторых случаях можно наблюдать высокую степень специализации капрофагов. Так, несколько видов жуков-навозников питаются только экскрементами коров, другие – только лошадиным пометом, а третьи – заячьим калом. Экскременты – это пища, прошедшая через пищеварительный тракт. В нем все равно остаются плохо усваиваемые и почти нерастворимые в желудке питательные элементы. Вот почему некоторые капрофаги имеют большую длину кишечника.
Это способствует быстрому и лучшему перевариванию продуктов питания. В этом случае экскрементов. Гематофаги – животные, питающиеся кровью других животных и человека. Гематофаги могут быть переносчиками некоторых патогенных агентов. Гематофагия – одна из самых распространенных форм паразитизма. Среди насекомых гематофагия встречается у двукрылых, клопов, блох, вшей. Питание кровью наземных позвоночных животных широко распространено среди многих отрядов и семейств насекомых и клещей. Среди членистоногих гематофагами могут быть как паразиты, так и свободно живущие организмы-микрохищники. Гематофагия возникла в разных таксонах независимо и разновременно. Как можно судить по немногочисленным ископаемым останкам, гематофагия существовала уже в мезозое, после появления нового типа пищи – крови наземных позвоночных. Филофаги – животные, питающиеся листьями. Филофагами являются некоторые насекомые и их личинки, черви, арахниды и многие другие. Насекомые, галлообразователи, являются наиболее специализированными филофагами, так как галл служит насекомому источником питания и своеобразной средой обитания на определенном этапе онтогенеза. В то же время для растения образование галлов – своеобразная защитная реакция, изоляция и локализация вредителя. В природе все взаимосвязано. Мы высаживаем растения, которые являются едой для насекомых, растительноядных вредителей. А растительноядные вредители – еда для насекомых энтомофагов. Энтомофаги разделяются на две большие группы – хищники и паразиты. И хищники, и паразиты в большинстве случаев являются насекомыми-опылителями. Эти насекомые со всех сторон полезны для сада. Первый и самый верный признак, который помогает отличить вредителей сада от полезных насекомых – малая подвижность. Вредители двигаются мало и неохотно. По большей части они сидят на растении и закусывают им. Хищники – шустрые, они постоянно в движении. Они охотятся. Насекомые – это не какой-то один вид животных, чтобы про него можно было конкретно описать, чем он питается. Насекомые – это целый класс животных, причем самый многочисленный на планете. Численность описанных видов уже превышает миллион, а их все продолжают и продолжают открывать новые виды. Чем только не питаются насекомые – одни из них могут употреблять листья растений, а другие поедают более слабые виды насекомых. Колорадский жук с удовольствием кушает кусты картофеля, чем немало вредит человеку. А самки комара досаждают нам тем, что пьют нашу кровь. В противоположность им, полезные виды насекомых, такие как пчелы, питаются пыльцой и нектаром. Благодаря этому они дают нам мед,
и играют важную роль в опылении растений. По типу питания выделяют три основные группы насекомых: хищники, фитофаги, поедающие растительность, и потребители мертвой органики. Последние две делятся еще на несколько подгрупп. Например, насекомые-фитофаги могут употреблять разные части растений. Карпофаги – семена, филофаги – листья, ксилофаги – древесину, ризофаги – корни. Любители отмершей органики также имеют свои особые предпочтения. Сапрофаги едят гниющие субстраты. Детритофаги – остатки растений. Некрофаги – трупы животных. Капрофаги – экскременты. Кроме того, есть так называемые эврифаги. Им подходит любая пища без разборов.